Всем привет! Очередная посылка из Китая. Открываем. Это у нас шлейф. Кстати, второй в подарок. Я второй не заказывал, заказывал только один. Шлейф Сато обыкновенный. 3.0, 6 гигов пропускная у него. Будем подключать вот такой диск от ноутбука. Ну вот, все прекрасно. Осталось вставить компьютер. Так, друзья, ставить будем вот сюда. Здесь есть, вот я нашел свободный шлейф SATA. Вернее, это свободный вход для диска. Сейчас мы его сюда вытащим. Вот так. Вот так вот ставим это. Можно, кстати, даже и пониже вот сюда его поставить. Здесь можно уже ставить. Раз, два. Пошли. Включаем. Включаем. Все, есть. Ну, с ним тут можно что-то еще придумать, но я не думаю, что это стоит делать. Там типа куда-то его деть, тут как бы все это нормально стоит, лежит, находится. Вот это вот убрать, потому что реально куда-то по видеокарте. Вот так. Все, видеокарта свободна. Так, так, так. Жесткий диск держится крепко. То есть, несмотря на то, что он не отсюда, вот я его прикрутил, нормально свет держится. Вот еще можно чуть-чуть поддать жесткости. И так. Ну все, включаем. Проверяем работу SATA. Приобретенного на Алиэкспрессе. Проверяем диск. Вроде закрутился. Что-то там мигнуло, вроде бы как. Типа диск опознала, да? И сразу же в мой компьютер. Ну вот он, локальный диск, где его не было. То есть вот мой терабайт. Вот, вот этот вот. Большой на 500, вот он. Это какой-то диск, не знаю, на 100, и вот он на 500, который я поставил. А это что за диск? Наверное, это один и тот же диск, а ну-ка посмотрим. Просто он из двух разделов, видимо, состоит. Так, нужно вот сюда правой кнопкой управления. Управление дисками. Так. Да, вот он. Видите? То есть правильно нераспределенное место. Потому что, значит, вот на диск, диск 0, вот диск 2 мой.
Где что-то с ним как-то. Ну ладно, сейчас разберемся, это не вопрос, не проблема. Всем спасибо, всем пока. Ссылку на шлейф поставлю в описании. До новых встреч.